Всех приветствую. Так, иду снимать обзор на пресс-обмотку. Вчера был вопрос по классу 46-му. Значит, кто знает, также поправит меня, подскажет, добавит мое видео, ну, кому что будет давать. Ну и начнем. То есть у человека не обматывает сеткой, он постоянно держит кнопку. То есть в автоматическом режиме, он считает, что это автоматический режим, у него не обматывается. То есть я постараюсь весь процесс обмотки сетки рассказать, а он уже сделает выводы сам. Значит, прежде чем у нас стоит так же, как и у него, и нитка, ну, шпагат и сетка. То есть сейчас у нас включен сетка. Вот это, когда выключаем, вот эту шестерню мы переворачиваем, она не идет в запас, в зацеп с вальцами, и привод не цепляет ее. То есть сейчас она перевернута, там внутри маленький зацеп, который цепляет, маленькая звездочка, которая цепляет за эту, а большая за эту. То есть вот это привод вальцы, которые зажимают сетку. Вот это штанга, которая держит сетку. Но здесь не видно, для чего она нужна. Вот это вот регулировочные отверстия флажка обмотки, количество обмотки рулона. С этой стороны более-менее вам все рассказал. Пресс сам еще не доводил до ума, вернее, после сезона. Ну, в марте месяце будут доводить. Теперь что с этой стороны? С этой стороны. Так, с этой стороны у нас стоит привод. Еще открыть надо. Сейчас. Так, ну вроде я открыл, сейчас покажу. Так. Так, так, так. Вот такой у нас пульт управления, кнопка самого пульта включения и зуммер и лампочка сигнала. Так, что здесь у нас по приводу? Значит, вот это привод вальца. Вальца. И он включается. То есть сейчас я попробую вспомнить. Значит, а вот этот у нас привод основной, он работает. А вот это сам привод включается вот этой муфтой. То есть постоянно крутится вот этот. И когда вы нажимаете на кнопку, так, вот этот, вот этот, по-моему, и вот этот, вальцы зажимаются, то есть двигаются, дают нагрузку на ремень, чтобы он не пробуксовывал впустую. И у вас начинает крутиться вот этот валец. Вот этот валец, когда вы жмете на кнопку, он принудительно начинает крутиться и подает сетку в камеру. Как только сетка в камере цепляется за рулон, рулон начинает ее крутить сам. Привод останавливается. То есть привод работает свободно. То есть вот этот валец, вот он, видите, вместе все двигается. Вот сейчас он включается, то есть вот эту сетку он зажимает, натягивает, она начинает приводить этот валец. А вот эта штанга, она опускается. Сетка, то есть не зажатая вот этой планкой, а свободно, то есть свободно туда начинает двигаться вот этим вальцом. Как только вы то есть она зацепилась, уже пошло все автоматом само. То есть кнопка тут уже никак не работает. То есть она рулоном сена начинает туда захватываться и крутиться. Но этот валец продолжает тоже уже с рулоном сена, то есть в камере которой крутится не кнопкой, а именно рулоном. Он рулоном крутится до тех пор, пока
не упадет нож обрезки сетки. То есть сейчас вот эта планка, которую я говорил, вот она опущена, она сейчас зажимает сетку. Когда мы включаем, она сюда вверх поднимается, и вот этот вот изгиб, вот такой вот изгиб сетки, он опускается, сетка делается ровно и проходит свободно вот под этот валец. А вот этот валец двигается до тех пор, пока вот этот флажок поднимается. Он поднимается, вот здесь стоит, вот он нож, флажок поднимается и потом свободно падает, обрезая сетку, и рулон становится обмотанный. То есть как только нож упал, все, вот эти вальцы, вот там два вальца таких стоят, вот эта вот натяжка, то есть она, вот эта штанга у нас открывается сюда, под вот эти вот две штанги заводятся вверх, открывается, там получается два вальца. Не знаю, сейчас хрен, наверное, мне открыть. Ну ладно, если не будет понятно, сниму еще раз. То есть уже открою конкретно весь механизм, покажу. Вот эта штанга, она прижим сетки. То есть сетка туда, блин, подается, чтобы она полностью расправилась на рулоне, то есть под нагрузкой. То есть ее прижимается, как бы вот эта штанга прижимает в сетку, рулон. И она так под нагрузкой туда подается, чтобы вот эта вся сетка по всей длине расправилась. Как только вот этот штанга ослабнет, то есть получается как огрызки. То есть сетка начинает съезжаться в середину и не до конца как бы расправляется. Вот это натяжник штанги, я его тоже переделал, и он его практически его не трогаем, потому что один раз выставляем, и он как бы прижимает сетку. Если у вас сетка начинает сходиться только в середине, а по краям не расходится, значит, надо вот эту планку натягивать, чтобы она была больше под нагрузкой. Когда вальцами подалась туда сетка в камеру, то есть рулон ее подхватывает, и автомата уже кнопки никакой не надо, то есть отпускаешь. Мы как бы кнопкой что делаем? Нажимая на кнопку, вот этот вот ремень натягивается. Вот сейчас у меня он натянут. Вот он. Он натягивается и начинает приводить вот этот валец в движение. А эти два вальца, вот они два, они между собой зажаты, и туда подана сетка. И она, ну, то есть не автоматически, а под нагрузкой туда подается в камеру. Как только он зацепился за рулон, то есть рулон уже сам ее начал обматывать, кнопку отпускаем, и эти вальцы двигаются до тех пор, то есть сетка их уже двигает, не кнопкой вы двигаете их, а сетка уже будет сама будет двигать их, и до тех пор, пока тот флажок подымется, и упадет нож, и обрежет вашу сетку, которая в камере. Рулон получится обмотанный. Все. То есть автомата нет. Вот, а кнопка приводит вот эти вальцы как бы в движение. Все, под нагрузкой. То есть вот этот ремень натягивается, эта муфта захватывает, и пошло. Эти валики опускаются, ремень натягивается, и пробуксовки нету, и все, хреначит. Я так понимаю. Конечно, наглядно было бы лучше, но пока вот так. Так что вроде пока все.